Кирби и Шарлотка Земляничка. Приключения и путешествия. Они такие разные. Веселые, захватывающие, интересные, необычные. Помнится, как-то раз Кирби, розовый колобок, который живет в стране снов, встретился с девочкой-звездочкой и ее другом Марко. Они отправились в гости к Кирби. Звездочка и Марко любят путешествовать. Ну и Кирби тоже любит путешествовать. Сейчас мы вам расскажем об одном таком путешествии, в которое отправился наш розовый колобок. Началось все в один прекрасный день. Кирби решил пойти к яблоньке, чтобы немного поговорить с ней. Привет, ребята! Узнали меня? Да, я Кирби. Я иду к яблоньке. Нет, не для того, чтобы поесть яблок. Я хочу с ней поговорить. Я люблю разговаривать с яблонькой. Она очень мудрая и добрая. Здравствуй, яблонька! Здравствуй, Кирби! Ой, как у тебя дела? У меня все хорошо, а как ты? Я в порядке. Хочешь яблочко? Нет, я не голоден, спасибо. Я хотел бы с тобой поговорить. Ой, я люблю общаться. О чем ты хочешь со мной поговорить, Кирби? О чем-нибудь. Ну, например, о путешествиях. Путешествие – это здорово. Ой, ну я не умею ходить. Однако, будь я тобой, я бы обязательно куда-нибудь отправилась. А куда? Я бы стала путешествовать по всей стране снов. Да, это хорошо. Но ведь есть и много других мест. Конечно. О, а я кое-что вспомнила. Что? Я вспомнила об одной стране, а точнее городе. Расскажи, яблонька, что это за город? Это земляничный город. Ой, говорят, там живут забавные человечки. Ух ты! Я хочу туда. Яблонька, а как можно попасть в этот город? Если полетишь в сторону наших гор, то за горами ты увидишь много-много земляники и несколько домиков. Вот это и есть земляничный город. О, я очень хочу туда. Я хочу познакомиться с человечками, которые живут там. Ну, тогда лети скорее. Ой, я уверена, тебе там понравится. Кстати, ты можешь взять с собой кого-нибудь? Я знаю, кого я возьму в путешествие. Пингвиненка Диду. Я сейчас пойду к нему. Хорошо, Кирби. Хорошего тебе настроения. Спасибо. Пока. Кирби отправился к Диду, чтобы позвать его в путешествие. Дидо, ты дома? Да, кто это? Это Кирби. А, заходи, Кирби, заходи. Привет, Дидо. Привет, Кирби. Послушай. Я сейчас собираюсь отправиться в путешествие и хочу пойти в земляничный город. Земляничный город? Угу. А где он находится? За горами. О, не-не, я не пойду. Почему? Ну, потому что сначала надо вскарабкаться на гору, а потом с нее спуститься, а это долго. Тебе, наверное, просто лень идти. Ты хочешь пойти в земляничный город, но ленишься. И ты боишься в этом признаться. Я ведь тебя знаю, Дидо. Нет, я не хочу никуда идти. Ну ладно, я тогда один пойду. Зря не соглашаешься, многое пропустишь. Ну зачем я ему сказал, что не хочу идти? Я очень хочу пойти в этот город. Да, Кирби хорошо, он летать умеет, а я нет. Мне нужно на гору взобраться, а потом с нее же спуститься. Ох, ну... Ладно, пойду за Кирби, надо его догнать. А Кирби тем временем отправился в земляничный город. Я лечу! Я лечу!
тоже горы! Яблонька мне говорила, что за ними находится земляничный город. Смотри! Ох, как высоко Кирби летит! Как бы его еще не потерять из виду, а то и не попаду в земляничный город. Горы я уже перелетел. О, я что-то вижу! Ух ты! Похоже, это и есть земляничный город! Я уже лечу! Ох, какой же Кирби быстрый! Ой, я еле забираюсь на гору. Может быть, мне тоже попробовать взлететь? Я же птица, ведь пингвины тоже птицы, а птицы летают. Ну-ка! Ой! Ну почему пингвины не летают? Сколько же часов я буду добираться до земляничного города? О, домики! Я, кажется, уже лечу над земляничным городом! Пора приземляться! Кирби приземлился. Вокруг него было много деревьев и мало домов. Зато каких! Ярких, разноцветных! Ого! Как здесь необычно! Сколько домиков! И тут, кстати, полно яблонь! Жаль только, что они не разговаривают, как наши. И земляники тут много растет! Причем огромный! Я такую даже в стране снов не видел! Волшебное тут место! О, а чей это домик? Такой красненький, на пироженку похож. Это был как раз домик Шарлотки-землянички, маленькой девочки, живущей в земляничном городе. Сама девочка была доброй, скромной, но очень дружелюбной и любила готовить. Ее любимое блюдо, как уже можно было догадаться, была, конечно же, земляничная шарлотка. Также у Шарлотки-землянички была кошечка. И звали эту кошечку Сливка. Земляничка готовила свое любимое блюдо. Причем не для себя. Девочка никогда не готовила только для себя. Она всегда ждала гостей в своем доме. Вот и сейчас земляничка ждала, когда кто-нибудь придет. Ой, смотри, Сливка, какая у меня получилась шарлотка. Красивая и, наверное, очень вкусная. А какой аромат! Я обязательно угощу своей шарлоткой гостей. Кажется, ко мне пришли гости. Я иду. Привет! Привет, заходи ко мне. Я люблю, когда ко мне приходят в гости. Спасибо. Похоже, ты из другого города приехал сюда. Я тебя никогда не видела. Да, я прилетел сюда, правда, не из города, а из страны снов. Ах да, хотел бы представиться. Меня зовут Кирби. А тебя как зовут? А меня зовут Шарлотка-земляничка. Можешь меня называть просто Земляничка. Рад с тобой познакомиться. Давай с тобой дружить. Давай. Садись. Я как раз приготовила свою любимую земляничную шарлотку. И я тебя сейчас угощу ею. Ого! Ты готовить умеешь? Да. А еще в нашем городе умеет готовить черничка. У нее получаются вкусные черничные кексы. Здорово! Вот, держи кусочек шарлотки, Кирби. Спасибо, земляничка! Ой, как вкусно! Я рада, что тебе понравилась моя шарлотка. Послушай, ты сказал, что прилетел из страны снов. А что это за страна? Можешь рассказать о ней? Это волшебная страна. Там есть необычные зверушки. Например, скарфики. Это такие кругленькие существа с кошачьими ушками. И они умеют летать. А еще есть круглики. Это колобки, похожие на меня. Смешные! А еще у нас есть яблонька. Очень мудрая и добрая. Она нам не только дает яблоки, но и рассказывает нам разные истории и дает советы. Ой, как здорово! А как ты узнал, где находится наш город? Яблонька мне рассказала, где находится земляничный город. Мне стало так интересно, что я решил полететь сюда. О, ты летать умеешь? Конечно, смотри. Ну как? Ой, вот это да. С
Здорово! Ой, а как ты научился летать? А я умею летать практически с рождения! Ясно. Да. А нам, чтобы куда-то улететь, приходится летать на бабочках. Они здесь очень большие, примерно нашего роста. Ого! У вас тоже есть большие бабочки! Ага. Ой! Кто это об мои ноги обтирается? Это Сливка, моя любимая кошечка. Я ее обожаю. Она любит улыбаться, прям как чеширский кот. Чеширский кот! Как здорово! Сливка, можешь улыбнуться? Смешная кошечка. Ага. Спасибо тебе за угощение, земляничка. На здоровье. Послушай, а кто еще живет в земляничном городе? Со мной в городе живут мои друзья. Хочешь, я тебя познакомлю с ними? Конечно. Ну тогда пойдем. Шарлотка-земляничка повела Кирби к своим друзьям. У вас здесь очень красиво, земляничка. Да, у нас красивый город. И в нем много деревьев. Некоторые деревья мы сами сажали. Например, вон там, видишь? Недалеко от моего дома стоят молодые березки. Как здорово! А вот и домик одного из моих друзей, Чернички. Черничка, выходи! Это я, земляничка. О, привет, земляничка! Что случилось? К нам в гости прилетел Кирби. Ух ты! Какая она милая! Я не девочка, я мальчик. Прости, я не знала. Ты очень милый. Ой, как тебя хочется обнять. Можно я тебя обниму? Да, можно. Я люблю обниматься. Ой, ты такой мягонький. Земляничка, иди сюда, обними Кирби. Да, ты очень мягкий, Кирби. Я знакомлю Кирби с нашими друзьями. Хочу его со всеми познакомить. Как здорово! Надо бы его познакомить с апельсинкой. Пойдем к ней? Пойдем. Земляничка повела Кирби к апельсинке. Апельсинка, привет! О, привет, земляничка! Привет, черничка! Ой, кто это с вами идет? Такой миленький колобок! Это Кирби. Он из страны снов. Кирби, познакомься, это апельсинка. Она к нам недавно переехала из большого яблочного города. Приветик! Рада с тобой познакомиться, Кирби. Апельсинка у нас художница. Любит рисовать. Да, я обожаю рисовать! Смотрите, что я недавно нарисовала. Ух ты! Какое красивое море. Ты хорошо рисуешь, апельсинка. Спасибо. Земляничка, а у вас в земляничном городе только одни девочки живут? Нет, у нас не только девочки живут. У нас живет один очень замечательный мальчик. Его зовут Гек. Прямо как Гекльберри Финн. Да. Давай мы тебя познакомим с ним. Ага. Пойдем, Кирби. Кирби и его новые друзья отправились к Геку, который также жил в земляничном городе. Гек лежал на сене и наслаждался солнышком. Привет, Гек! Всем привет! О, а это кто? Что за чудный колобок? Это наш новый друг. Его зовут Кирби. Он прилетел к нам из страны снов. Он со мной пил чай. А я смогла его обнять. Он такой милый и мягкий. Как подушечка. Да, земляничка не даст соврать. Ага. Гек у нас любит рыбачить. Иногда он помогает нам. Гек может полить растения, если нужно. А еще он помогает нам готовить различные блюда. Хотя Гек все-таки лежебока. Что-что, а больше всего он любит поваляться на сене и полежать. А
что тут такого? Вы ведь тоже любите лежать на сене. Но не каждый же день, Гек. Нужно чем-то заниматься. Да. И не просто заниматься, а заниматься таким делом, которое принесет радость и тебе, и другим. Но есть один не очень хороший человек, который все время нам мешает. Мешает? А кто он? Его зовут Злой Пирожник. Ой, от него одни проблемы. Он все время ворует ягоды и уничтожает наш урожай. А еще он следит за нами с помощью магического зеркала и постоянно придумывает всякие пакости. И до Злого Пирожника не доберешься. Высокий дом он себе построил. Как раз в этот момент Злой Пирожник наблюдал с помощью своего магического зеркала за девочками и мальчиками. Так, с кем это наши малютки ведут беседу и жалуются на меня? С розовым колобком? Интересно, кто же это? Где-то недалеко от дома землянички идет пингвиненок. Кажется, я знаю, как его использовать против девочек. Ну и мальчиков тоже. Так, где мои печенюшки с кольрами? А, вот они. Сейчас устрою настоящее шоу. А тем временем Дида только-только добрался до земляничного города. Добрался я до земляничного города. О, я вижу много домиков, а еще много земляники, причем большой. Интересно, а где Кирби? Кирби! Кирби! Ты где? И тут перед пингвиненком появился Злой Пирожник. Здравствуй, пингвиненок. Ой, здравствуйте. А кто вы? Я добрый пирожник. Добрый нам. Я здесь живу. Пирожник? Вы делаете пирожные? Да, делаю, и не только. А хочешь попробовать мое вкусное овсяное печенье, а? Да, хочу. Вот, держи. Спасибо. Вдруг Дида словно замер. Он выронил печенье. Пингвиненок смотрел на Злого Пирожника, но не мог ничего сказать или сделать. План сработал. Вот что искусственный ароматизатор делает. Печенье с кольрами со вкусом земляники. Оно теперь с эффектом гипноза. Оно подействовало. Так, пингвиненок, слушай мою команду. А, да, слушаю вашу команду. Вот тебе большой молот. Уничтожь весь урожай, который есть в земляничном городе. Ни одной целой ягоды не должно остаться. Будет сделано. Ха-ха-ха, повеселимся. Девочки, мальчики, а у меня появилась идея. Мне так хочется нарисовать картину. Я нарисую нашего нового друга Кирби и всех вас, девочки и мальчики. Хорошая идея. Да. Кирби, встань в центре. Земляничка, черничка, Гек, встаньте слева и справа от Кирби. Вот так. Отлично. Сейчас я нарисую отличную картину. Апельсинка, мне кажется, тебя не хватает. Не беда. Я себя нарисую тоже. Так, я запомнила. Можете отходить. А как ты будешь тогда рисовать нас? У апельсинки очень хорошая память. Поэтому она может нарисовать даже то, что видела несколько дней назад. Вот это да! Я пока дорисую картину. Если что, зовите меня. Хорошо. Пойдемте, девочки и мальчики. Кстати, Кирби, а почему никто не захотел полететь с тобой сюда, в земляничный город? Почему ты прилетел один? Я сначала хотел полететь с кем-нибудь. Я пытался уговорить пингвиненка Диду отправиться сюда вместе, но он отказался. Как жалко. Я бы очень хотела посмотреть на пингвиненка. Ой, девочки, мальчики, смотрите, что это с земляникой случилось? Ой,
Здесь словно ураган пронесся. Одно земляничное пюре. Неужели это дело рук злого пирожника? О, девочки и мальчики, вы слышите? Кто-то неподалеку от нас есть. Угу, да, и я слышу звук такой бямс, бямс, бямс. Надо выяснить, в чем дело. Скорее идем. За нашими друзьями неподалеку наблюдал злой пирожник. Ха, и мне остановить пингвиненка. Ха, гипноз могу снять только я. Но я его не сниму, чтобы мне еще сделать плохого. Ха. О, знаю. Ха. Ну-ка. Ха. Ой. Ой, а где земляничка? Подождите меня, я упала. Ты в порядке, земляничка? Да, 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 я в порядке. Кажется, кто-то мне подставил подножку. О, смотрите, там пингвиненок Дидо. Он портит наши ягоды. Дидо, остановись! Остановись, что ты делаешь? Он не слышит меня. Ой, что же нам делать? Он сейчас испортит всю землянику. Дидо, отзовись! Ау! Ты слышишь меня? Нужно позвать апельсинку на помощь. Апельсинка! Апельсинка! Что случилось? Этот пингвиненок портит наши ягоды. Его нужно остановить. А как мы его остановим? У него молот. Не знаю. Такое ощущение, будто пингвиненка заколдовали или загипнотизировали. И он не слышит. Загипнотизировали. О, я придумал. Надо принести ведро воды. Вода избавит от гипноза. Девочки, мальчики, а где можно взять ведро? У меня рядом с домом стоит ведерко. Можешь взять его. Спасибо, я сейчас вернусь. Давайте мы все-таки его окружим и попробуем остановить пингвиненка. Когда он перестанет махать молотом, то возьмем его в кольцо. Отличная идея, Гек! Ха, они еще не знают, что если они прикоснутся к пингвиненку, то будут загипнотизированы. Так, на счет три мы прыгнем. Раз, два, три! Стойте! Но было уже поздно. Черничка, апельсинка и Гек прыгнули и окружили пингвиненка. Однако, когда они дотронулись до Дида, все они тут же попали под гипноз. Отлично! Так, ну-ка, схватите земляничку! Будет сделано! Ой, что это с моими друзьями? Ой-ой-ой, помогите! Лови ее! Кирби, помоги скорее! Моих друзей загипнотизировали! Не бойся, земляничка! Я уже лечу! Кирби схватил ведро с водой и взлетел. Он полетел к друзьям землянички, которые были под гипнозом. Земляничка же решила спрятаться в своем доме. Сливка, найди метлу скорее! О нет, они здесь! И тут появился Кирби. Он облил всех водой из ведра, и гипноз словно рукой сняло. Дида и друзья землянички очнулись от гипноза. Ой, что это было? Ой... Не знаю. Ура! Получилось! Кирби, какой же ты молодец! Спасибо тебе большое! Ой, моя голова, ой, я ничего не помню. А? Кирби, это ты? Да, это я. Что ты здесь делаешь? Ты мне говорил, что не пойдешь в земляничный город. Ой, на самом деле, я хотел пойти с тобой, но мне... Просто было лень. А когда я пришел, я встретил человека, который представился добрым пирожником. Он у меня угостил каким-то овсяным печеньем, которое сильно пахло земляникой. Я съел его, а потом... Ой, а дальше я не помню, что было потом. Это был злой пирожник. Он тебя обманул. Ага, дал тебе невкусное печенье с кальраби. И наверняка земляничными духами пропитал его. Ужас! Выходит, меня этот пирожник обманул? Да!
Надо найти этого злодея. А, вот он! За ним, девочки и мальчики! Ой, за мной дети гонятся! Помогите! Дети погнались за злым пирожником. Вдруг земляничка прыгнула так далеко, что ей удалось свалить на землю злодея. Ага, попался! Ну, теперь мы с тобой поговорим. И серьезно поговорим. О чем? Вы мне говорили, что вы добрый пирожник. Оказалось, вы мне врали. Как вы могли? Какой еще добрый пирожник? Я ничего не знаю. Не врите мне. Я точно помню, что это были вы. И дали мне овсяное печенье. Какое овсяное? Ой. Вот что и требовалось доказать. Вон печенье с кольраби. Ох, как они пахнут земляникой. Причем не натуральной. Зачем вы заколдовали бедного пингвиненка? И почему вы нам все время делаете пакости и следите за нами? Мы же ничего плохого вам не сделали. Никогда. Мы всегда делаем только хорошие дела. А плохие никогда. Да потому что вы готовите лучше меня. Я ненавижу, когда кто-то лучше меня готовит. И ненавижу землянику. Как вы можете такое говорить? Если вы сами плохо готовите, то именно вам, а не нам, нужно учиться готовить. А следить так это вообще, я считаю, преступлением. Что вы в руках прячете? Ничего. А это что? Эй! Так это и есть магическое зеркало. Вот как он следил за нами. Уничтожу-ка я его. Нет! От вас одни неприятности. Вы нам и в большом яблочном городе мешали. Так еще хотели нечестным путем выиграть конкурс, где определялся лучший торт. Ну, да, и что теперь? Он еще и не признает собственную вину. Да как так можно? Знаете, я подумал, надо бы этого обманщика и хитреца выгнать из земляничного города. Врунам, жадинам, злодеям не место в нашем городе. Перевоспитать этого лгуна невозможно. Был бы он ребенком, как мы бы смогли его перевоспитать. Гек прав. Мы не должны больше страдать от злого пирожника. Хотя, может быть, мы дадим пирожнику второй шанс? Вдруг он исправится? Нет, земляничка, он не исправим. То, как он с нами поступал все время, этому нет прощения. Я, кажется, знаю, как избавиться от пирожника так, чтобы он больше вам не мешал. Керби, ну-ка схватись за ноги этого злодея, чтобы он не сбежал. Хорошо. Эй, что вы хотите сделать? Поиграем в бейсбол. Ха! Ой, нет. Отпускай, Кирби. Скатертью дорога. Эх, нет. Так ему и надо. Приятного полета. Кирби, прости, что я не пошел вместе с тобой. Может быть, со мной бы снова не произошла неприятность. Ничего страшного, все нормально. Кирби, большое тебе спасибо, что спас меня и моих друзей. Ты такой смелый, спасибо. Да не за что. Давайте обнимем Кирби, он большой молодец. Ой, мягенький. А давайте устроим чаепитие по этому случаю. Да! Давайте. Ой, надо дорисовать картину. Я сейчас быстренько ее дорисую и приду к вам. Хорошо, апельсинка. Мы тебя будем ждать. Девочки, мальчики, пойдемте. Жители земляничного города устроили чаепитие в честь гостей Кирби и Дида. Все сидели за столом рядом с домом землянички. Я люблю, когда ко мне приходят гости. И люблю, когда мы устраиваем чаепитие. Да, гости – это хорошо. Что-то долго апельсинки нет. Когда она к нам придет? Скоро придет, не переживай. А вот и апельсинка. Смотрите, какую картину я нарисовала. Ух ты! Как
какая хорошая картина! Тут меня нарисовали, и девочек, и мальчиков. Здорово! Мне нравится! О, и меня нарисовали тоже! Здорово! Кирби, эту картину я дарю тебе! Это подарок от всех нас, жителей земляничного города! Спасибо, апельсинка! Большое спасибо! Послушайте, а что мы сделаем с домом злого пирожника? Он такой высокий! О, а давайте мы из него сделаем аттракцион! Он будет называться «Веселые горки». Карусель будет спускать всех вниз. Вот будет весело! Какая хорошая идея, апельсинка. Я согласна. Я тоже. И я. Интересно будет посмотреть на этот аттракцион. Мы тебя обязательно позовем в гости, когда он будет готов. И меня, и меня. И тебя тоже, Дидо. Позже, после чаепития, Кирби и Дида начали собираться домой. Нам пора домой. Нам здесь понравилось. Да, понравилось. Жалко расставаться с вами. Мы уже успели с вами подружиться. Да, жалко прощаться с вами. Очень жалко. Может, останетесь? Спасибо, конечно. Но, как говорится, в гостях хорошо, а дома лучше. Приходите к нам в гости. Обязательно придем, Кирби. Спасибо. И вы к нам приходите почаще. Спасибо за то, что пришли к нам. Давайте обнимемся. Пока, девочки и мальчики! Рад был с вами познакомиться! Пока! Пока, Кирби! Пока, Дидо! Мы будем по вам скучать! Пока! Пока-пока! Ой, Кирби! В чем дело, Дидо? Мне же придется снова забираться. Ох, я, наверное, никогда не попаду обратно домой. Ох, ну почему я не умею летать? Не беспокойся, ты полетишь со мной. С тобой? А как? Возьмись за мою ножку и держись за нее, а я буду лететь. Ты меня удержишь? Я попробую. Главное, чтобы ты смог удержаться. Ладно, можешь лететь. Полетели! Ой, мы уже отрываемся от земли. Ой, ой, как тяжело. Ой, Кирби, как ты там? Тебе не тяжело? Мне не тяжело, но я лечу не так быстро. Так что мы будем в стране снов чуточку позже. Ты как, держишься? Ой, да, но мне трудно. Как бы мне не упасть. Кирби и Дида покинули земляничный город. Наши друзья летели обратно в страну снов. Кирби летел, а Дида держался за ногу Кирби. Но с каждой минутой пингвиненку было все труднее удержаться. Долго мы еще будем лететь, Кирби? Мы приближаемся к вершине горы. Сейчас мы ее перелетим и скоро будем дома. Вскоре Кирби и Дида перелетели гору. Кирби тоже становилось все тяжелее лететь, поскольку Дида все сильнее тянул его к земле. Дидо, не тяни меня к земле, я сейчас упаду! Я уже не могу держаться! Ой! Дидо! Дида не удержался и упал. К счастью, на сугроб. Но этот сугроб был на горе. И пингвиненок начал катиться кубарем вниз. Постепенно Дида начал превращаться в большой снежок. Я лечу к тебе, держись! Наконец, гигантский снежок, в котором был Дида, достиг подножья горы и врезался в дерево. Дидо, ты цел? Кажется, да. Ой, прости, что не удержался. Мне было очень тяжело. Ой, ничего страшного. Хорошо, что ты в порядке. Ну вот, кстати, мы и дома. Ура, мы дома! Как я соскучился по дому. Ох, пойду я скорее в свой домик. Сделаю упражнение, а то с таким животом даже бегать мне трудно. Хорошо, иди. Дида отправился к себе домой, а Кирби пошел к яблоньке. О, Кирби, ты вернулся. Да, яблонька, я вернулся. Ну, как тебе земляничный город? Понравился? Да, мне очень понравился. И там живут замечательные дети.
Я подружился с Шарлоткой-земляничкой и ее друзьями. Они очень добрые и дружелюбные. Кстати, они мне подарили вот такую картину, смотри. Ух ты! Какая красивая картина! Здесь и ты, и Дида, и детишки. Ой, какие милые! Ага, я эту картину повешу у себя дома. Она и вправду очень красивая. Я очень рада, что тебе понравился земляничный город. Не жалеешь, что отправился туда? Ни капельки не жалею. Ну и здорово. Ладно, яблонька, я пойду домой. Буду вешать картину. Ну пока, еще увидимся. Угу, пока. Пока, Кирби. Приходи ко мне еще. Буду ждать. Кирби пришел домой и стал вешать картину. После этого Кирби стал смотреть на нее. Ай, какие же добрые и милые дети живут в земляничном городе. Я обязательно вернусь в этот город. Поиграем с земляничкой и ее друзьями. И посмотрим на новый аттракцион, который они сделают. Все-таки здорово, когда ты заводишь новых друзей. Не зря я сегодня отправился в путешествие. Сколько нового я сегодня увидел. И познакомился с новыми друзьями. Все-таки я люблю путешествовать.